Режим повышенной готовности из-за ситуации с лесными пожарами введен в Югре. Постановление размещено на официальном сайте правительства Ханты-Мансийского автономного округа. На сегодня в регионе действуют 28 пожаров, 8 локализованы. Задействованы 18 бортов авиации, почти 600 человек. Это силы базы авиационной и наземной охраны лесов и МЧС. Обстановку в тайге мониторят летчики-наблюдатели на вертолетах и самолетах. Там, где это необходимо, огонь тушат с воздуха с помощью специальной техники. Угрозы населенным пунктам нет, пожары от них за несколько километров. Однако в двух муниципалитетах действует режим ЧС, а в одном – повышенной готовности. На территории двух муниципальных образований объявлен режим чрезвычайной ситуации в лесах муниципального характера. Это Березовский район и муниципальное образование город Нягань. В городских лесах города Нягань возник лесной пожар, в тушении которого задействованы силы ЧС, авиабазы. В настоящий момент, по мнению специалистов, планируется локализация к вечеру.